президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие друзья, уважаемые выпускники, преподаватели, сегодня знаменательный день и для вас, и для страны, ну и для меня, как президента. Ваши достижения приносят радость и вдохновляют. Прежде всего, поздравляю выпускников. Вы открываете новую главу взрослой жизни. Она начинается ярко и достойно. Здесь, во Дворце Независимости, с минуты на минуту будут вручены заслуженные награды вам, а также преподавателям, которых мы сегодня благодарим за их большой труд и мастерство. В этой церемонии есть определенный символизм. Вы делаете еще только первый шаг в профессию, а уже делите минуты славы наравне с профессионалами высокого уровня. Значит, вы опережаете время. Это хорошо. Удержаться бы на этом пути. Это большое доверие и аванс, которое вы, абсолютно убежден, оправдаете. Каждый из вас стал лучшим в учебе, научной и общественной деятельности, спорте, творчестве. Вами по праву могут гордиться родные, школьные учителя, преподаватели вузу. Словом, вы прошли в своей жизни самый тяжелый период, этап. Потому что труднее учебы, сложнее, чем учеба в жизни, ничего не бывает. Мне так кажется. Вы вообще-то большие молодцы, но за ваш успех прежде всего благодарю тех, кто подарил вам жизнь. Вырастил, воспитал, выучил, кто стал для вас авторитетом и достойным примером. Родителей, воспитателей, педагогов и преданных друзей. Я желаю, чтобы вы точно так относились к своим детишкам и вывели их на тот же уровень в этом возрасте, на котором вы находитесь. Это вместе с ними, с их поддержкой, вы так уверенно идете к своим мечтам, достигаете поставленных целей. Такой же опорой скоро станут для вас будущие коллеги, специалисты с большим опытом, у которых будете учиться дальше. Должен вам сказать, не просто учиться, а может и переучиваться. Жизнь заставит вас это сделать. Не разочаровывайтесь, если вы увидите в новой своей жизни очень-очень новое и отличное от того, что было в годы учебы. Это нормально, это было всегда. Но ваша учеба все равно будет фундаментом, базой для будущей вашей жизни. Вы завершили учебу и начинаете свой трудовой путь в год мира и созидания. Пусть и будущее ваше будет таким мирным и созидательным. Глядя на вас, целеустремленных, ярких, красивых, молодых людей, вижу, что наша родная Беларусь станет еще лучше и краше. Верю, что вы сделаете для этого все. Вы взрослые, серьезные, самодостаточные люди, но я позволю себе обратиться к вам просто так, по-отечески. Дорогие наши дети, вы самое важное, что есть в нашей жизни. Жизни старшего поколения. Мы всегда рядом и будем делать все, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу, пока будете идти к намеченным вершинам. Наступает ваше время создавать историю нашей страны, своей страны. Пусть все у вас получится. Уважаемые преподаватели, без вас, находящихся в этом зале, и тех, кто нас сегодня услышит, без всех ваших коллег, в том числе школьных учителей, не было бы этого награждения. Не было бы этого чувства уверенности в завтрашнем дне.
Я всегда говорил и повторю, вы настоящая опора нашего государства. Дай Бог вам сил, вдохновения и, самое главное, здоровья. Еще раз поздравляю всех с заслуженными наградами и позвольте приступить мне к исполнению своих конституционных обязанностей, вручить вам эти награды. Уважаемый Александр Григорьевич, в этот торжественный для всех нас день позвольте от лица всех преподавателей, ученых, всего коллектива Гомельского государственного медицинского университета, созданного в суверенной и независимой Беларуси, выразить вам искренние слова признательности и благодарности за высокую оценку наших научных и учебных достижений. Наша награда – это общая заслуга наших преподавателей, системы образования и здравоохранения нашей прекрасной страны. И мы гордимся тем, что мы совершенствуем образовательный процесс, внедряем новые формы, инновационные формы в обучении. Практикоориентированный подход позволяет нам выпускать самых лучших врачей и преподавателей. Уважаемый Александр Григорьевич, торжественно обещаю вам от лица всего педагогического состава и системы здравоохранения, что мы и впредь будем усердно трудиться на благо родной и любимой Беларуси. Спасибо. Разрешите, уважаемый Александр Григорьевич, от имени всех выпускников учреждений высшего образования выразить искренние слова благодарности за высокую оценку нашей работы, за то, что верите в нас и доверяете молодым людям Беларуси, что создаете условия для получения качественного образования и лично участвуете в становлении нашего будущего. Особенно значимо и почетно получить такую награду в преддверии Дня молодежи и студенчества из рук президента Республики Беларусь. Впереди нас ждет новая страница жизни, и мы уверены, что завтра мы точно будем лучше, чем сегодня. И обещаем, что вверенное нам будущее Беларуси будет строиться на незыблемых и прочных основах, созданных нашим народом. Знаете, Александр Григорьевич, наша независимая, сильная и процветающая Беларусь в надежных руках. Служу Республике Беларусь. Уважаемые друзья, еще раз поздравляю вас. Вы знаете, вы такие сегодня одухотворенные, счастливые. И я подумал о том, вот если бы вдруг чудо произошло, и мне пришлось бы начинать снова с вашего возраста, как? Я бы на это согласился или нет? И честно вам скажу, что вот до настоящего момента я не имею ответа на этот вопрос. Потому что, откровенно будем, жизнь впереди нелегкая. Тяжелая жизнь. И самое главное – большая жизнь. И я не знаю, смог бы я, начиная с ваших лет, снова или нет. Но я хочу, чтобы вы никогда не жалели о том, что вы прожили, о том, что в вашей жизни случилось, а делали всегда достойные выводы из прошлых лет, дней, часов прожитой жизни. И всегда выпускникам говорю, нужно делать все вовремя, чтобы потом иметь успех и желательно не переделывать.
Все у вас впереди, все в ваших руках. Держите страну крепко. Счастья, успехов и хорошего настроения. Вот как сегодня, чтобы всегда было. И чтобы детки, которые у вас обязательно будут, всегда вас радовали.